Горячая пища выдается, как правило, 3 раза в сутки. В тех случаях, когда по условиям обстановки, размещения нет возможности приготовления и выдачи 3 раза в сутки вместо 1 приема пищи, военнослужащие обеспечиваются одноразовыми или промежуточными рационами питания. Ответственность за организацию и состояние питания военнослужащих в полевых условиях несут командиры войсковых частей, подразделений. Они и устанавливают график приема пищи военнослужащим.